Вернуть людям бассейн, построить больше спортивных залов и культурных заведений. У жителей микрорайона Придорожный и Куйбышевского района Самары много конкретных предложений к местным властям. Теперь достучаться до них будет проще. В микрорайоне создан свой общественный совет. Очень, конечно, хочется, чтобы в нашем Куйбышевском районе появился парк культуры и отдыха. Ну, может быть, не столь грандиозный, как в промышленном районе, как, например, парк Гагарина, но тот парк, который мы могли посещать вместе с детьми и маленькими, постарше. Всего на территории Куйбышевского района Самары сформировано 7 общественных советов, в каждом по 20 человек. Председатели многоквартирных домов, ТОСов, представители частных и бюджетных организаций. Такие локальные общественные структуры позволят власти оперативнее узнавать, какие проблемы волнуют людей в пределах нескольких кварталов. Встречи с представителями общественного совета в микрорайоне будут проходить постоянно. Общественники будут собирать инициативы и обращения граждан, вырабатывать рекомендации и предложения для властей. На их же плечи ляжет контроль качества ремонта и работ по приведению в порядок подъездов и дворов, решение коммунальных вопросов. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.